Приветствую, друзья. Давайте же начнем. Долго я собиралась, у меня все батарейки не подходили. У нас с вами 27 февраля, и сейчас без 15 час по Москве. Я решила немножко изменить, другую программу использовать. Надеюсь, что вы против не будете. И отдельно у себя буду помечать, кто за каким номером выигрывает. Значит, вот конкурс у меня. Давайте копируем ссылку. Все будет происходить в реальном времени. Редактировать видео я не буду. Поэтому все будет так вот и с ответами. Первым в розыгрыше у нас идет кольцо с дельфинчиком. И поехали. Так, вот. Мария ТВ, ты классная. Комментарий. И сейчас я помечу себе. Так, давайте, может быть, мы ее откроем. Да, вот, давайте так будем. Чтобы мне лишнее время не затрачивать на писанину, я буду открывать эту ссылку на канал. Вот она, девушка. Поехали дальше. Вторым у нас идет ожерелье или, как сказать, колье. В общем, ручной работы, вы его должны помнить. Красненькое такое. Поехали. Мария выигрывает у нас колье. Открываем ее. Дальше идет розовый браслет, который, кстати, очень был популярен и многим понравился. Давайте же испытаем удачу. Та-да-да-дам, та-дам. Вот Роман. Надеюсь, он подарит его своей девушке. Так. И дальше у нас участвуют серьги, бабочки с камушками и такими, знаете, висюльками длинненькими. Я не знаю, как это называется. Итак, удача. Кому же улыбнется удача? Так, Дина Машкова выигрывает серьги. Так, дальше у нас идет кольцо с камнями. И давайте испытаем удачу для кольца. Та-да-да-дам. Так, Ирина Морозова. Ну, к сожалению, не браслетик, но надеюсь, что тоже понравится все. А дальше у нас кольцо квадратное ручной работы. И давайте же испытаем удачу. Кристиночка, она успела в самый последний момент подать заявку, оставить комментарий, так сказать, буквально несколько часов назад, или может даже минут. И ей достается квадратное колечко. Дальше у нас идет браслет на резинке с разноцветными бусинками. Итак, поехали. Так, ну, Мария уже выиграла, поэтому, мне кажется, нечестно будет, если ей достанется два подарка. Давайте все-таки выберем еще кого-то. А вот и Анна. Уже который раз побеждает в моих конкурсах.
Так. И последним у нас участвует брошь ручной работы. И давайте же выберем для нее тоже своего владельца. Итак. Ух ты! Алексей выигрывает второй раз в моих конкурсах. И надеюсь, тоже он подарит его своей девушке или кому-то еще из близких, знакомых женщин. Итак, все победители найдены, все определены, 8 человек. Прошу тех, кто из Москвы, связаться со мной удобным для вас способом ВКонтакте, либо через личные сообщения на Ютубе, либо через почту, которую вы можете найти в описании к моему каналу, либо под любым видео в самом низу, в инфобоксе. И указать, как бы, где мы можем с вами пересечься, если вы из Москвы, повторяю, потому что отправлять почтой по Москве это уже совсем извращение, я вам скажу. Поэтому удобнее будет встретиться. И если есть возможность, то ориентируйтесь на будний день. Ну, либо на выходной, но это надо, соответственно, оговорить заранее. Вот. И, собственно, те, кто не из Москвы, прошу мне тем же самым способом ВКонтакте, в личных сообщениях на Ютубе или на почтовый адрес email отправить свои данные, то есть индекс и адрес полный и полное имя, с имя, отчество и фамилию, куда вам отсылать подарок, собственно. Вот. И постараюсь, конечно, все это сделать побыстрее, но, сами понимаете, Почта России преподносит сюрпризы каждый день. И как бы я ни рассчитывала сделать это все по-быстренькому, происходит это все очень долго. Ну, надеюсь, что всем угодило. Может быть, кому-то и не угодило, но такова игра. Участвуйте еще. Будут еще конкурсы в будущем. Сейчас пока приостанавливаюсь в период, наверное, до лета. А там посмотрим, потому что очень это все энергозатратно. Вот. В общем, до новых встреч. Жду ваших контактов, кто выиграл. Давайте же их, как сказать, подтвердим, наших победителей. Мария ТВ, Мария Шиндова, Роман Меломан, Дина Машкова, Ирина Морозова, Кристина ТВ, Анна и Алекс. Ну, с Анной и Алексом и Марией я уже знакома, а остальных прошу, пожалуйста, мне написать и как-то связаться со мной, и как-то связаться со мной удобным способом для вас. Чем быстрее, тем лучше. В общем, не буду больше болтать, а то как-то одно и то же повторяю. В общем, поздравляю всех с выигрышем, с 8 марта наступающим, с прошедшей Масленицей и, в общем, всех благ. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.